Добрый день! Меня зовут Багрова Светлана Ивановна. Я работаю заместителем заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования Ясли-сад номер 4 города Ганцевичи, Республика Беларусь. Зачем я прихожу к детям? Ответ мой будет вам конкретен. Во-первых, я проверяю качество работы педагога. Посетив занятия, я узнаю много. Во-вторых, очень важно мне знать, любят ли детки садик посещать. С ними я беседую, вопросы задаю о здоровье, играх. Я их так люблю. В-третьих, у нас 240 детей, а это 240 личностей. Я наблюдаю, как в группе налажен психологический микроклимат. Он важен. Я ежедневно прихожу к детям, ведь мы, педагоги, за них в ответе. Если вас окружают дети, то вы счастливейший человек на свете.